сейчас мы находимся в центре китайской медицины. Основное, здесь есть процедуры, что здесь делают, какая стоимость и вообще, что такое китайская медицина. Когда я уже больше 10 раз к нам ездила. А, у вас постоянно, да? Постоянно. А сколько ездят? Раз в год? Почти раз в год. Либо еще никогда я два раза в год. И лечите, что вы? Мы слышали, похудение здесь ну, есть? Ну, много заболеваний. Да? Да. Еще пищеварительные, еще суставами, еще шея, спина, позвоночники, ну, которые хронические заболевания еще помогут. Спасибо. Пожалуйста. Вот задача доктора на диагностике определить, где, в какой функциональной системе, где какие процессы, да, нарушены. Соответственно, он по пульсу, и не только по пульсу. Пульс это как бы основное и важное, да? И не только по пульсу, по нашему внешнему виду, по общему состоянию, даже по тому, как мы заходим в кабинет к доктору, садимся и начинаем говорить, тембр голоса, да, скорость речи нашей, это тоже информация о состоянии нашего здоровья, как бы это ни, ну, как бы интересно не выглядело, да. Вот. Общее состояние лица, волос, глаз, белок, язык попросит показать. Вот, пощупает, если надо, послушать перистальтику кишечника, сердцебиение, то есть сбор информации, ну и, соответственно, беседа, как и у нас, как мы привыкли, вы же не приходите к доктору и не говорите: доктору, гадайте, чем я болею, да? Такого не бывает. Вот у нас иногда бывают такие интересные экземпляры, которые говорят: пусть он мне сам скажет, когда, ну, переводчик спрашивает, там, доктор спрашивает, да, через... Это аурикулотерапия, когда устанавливают иголочки на ушную раковину, потому что здесь на ушной раковине очень много точек, которые воздействуют, которые влияют на процессы пищеварения, на желание похудеть. Это самый наш главный профессор. Ему Миша до Чиши Тёма, хорошо, Чиши Пан Сёма. Чиши-чива. Чиши-чи. 77 лет ему. 77. Да, ему уже 77 лет. Медицина здесь лечит хронические заболевания, которые у вас есть. Здесь вы можете пройти детокс-программы для похудения. Ну и, конечно же, можно просто оздоровиться, если кто-то расслабляющий. Массаж, ног. Но все рекомендуют проходить курс. Если вы держаете на коленях, держать минимум 2 недели. Для того, чтобы сделать 7-10 процедур или иглоукалывания, или массажа, для того, чтобы у вас был эффект. Индивидуальный рецепт травы. Когда аптечный общий, то кому помогает, кому нет. А индивидуальный 100% даст результат. Это именно бывает в таком жидком виде, бывает в сухом виде, гранулы, порошок или пилюли и так далее.
И в основном методы китайской медицины – это игрокарвание, массаж, игла-нож, кеткута и так далее. Но наши посещения будем тоже помещать. Сейчас мы в филиале центра Тайцзы, находимся мы в бухте Яунвань. Первым мы смотрели в бухте Дадунхай, их есть два, это второй филиал. Именно здесь мы могли видеть Регину Тодоренко в программе «Орел и Решка». Агни-Тера, вот иголки, там тоже по-другому делается. Вот это только он смог с огнем. Обычно иголки просто иголки поставили, а он делает иголки с огнем. Это тоже вам сделали, да? Да, это, ну потом можно видео показать, там прямо такое, ну наверное, вот очень трудно видеть, да. Можно интервью делать, если хотите. Согласитесь? Что лечили? Хороший результат. Да, можно. Что лечили? Лечил шейный хондроз, то есть у меня головообращение нарушено. Значит, лечил брюшит и тазобедренные суставы. А какими методами лечили? Что делали? Игла-нож. Игла-нож. Больно? Очень результативно. Результативно, но больно, но... Но результативно. Это главное. Супер, спасибо. Сейчас делают кровопускание. Очень полезно. То есть делают, ставят пол банки, прокалывают небольшим этим, да? Угу. Вот, например, нет, скажи.
ничего не делают. Не видно? Скажи, прямо. А, вот наверху. А. Да-да-да. Эта процедура называется кровопускание. Это застой крови. Застой крови. И делают проколы. Тоненький прокол, когда как берут на сахарный диабет. И потом кровь, она выходит. Идут узбуски крови. То есть где-то черная, где-то хорошая. Под одной банках нормальная кровь, просто она выходит. А под одной темная, застой. А некоторые вообще не выходят, значит там тоже застой. Кровообращение нарушено, да? А сколько вы сеансов проходили? 10 сеансов. Сейчас остался на 11 еще. Живу прямо здесь, очень удобно. А после того, как вы проводите курс лечения, вам повторную диагностику делают? Да. Да? А уже были на ней? Нет еще. Нет еще. Я еще продолжаю лечение. Хорошо. Ну супер, выздоравливаете. Спасибо вам большое. Вы откуда?